Я у доктора в офисе. Я пришла сказать, что мне нужно это поменять лекарство, которое снижает уровень холестерина, потому что у меня такая сухая кожа, жутко. Она всегда у меня была сухая, а сейчас она у меня просто сухая. Я вчера как посмотрела, я просто ужаснулась. Я взяла масло сливочное, намазала все тело, пришла сегодня, говорю, давайте делать анализы. Я хочу от этого лекарства избавиться. Я когда прочитала, да, как же называется? Провостатин. Провостатин дает такую сухость кожи. Ужас какой. Как хорошо быть молодой и здоровой. Так, я пришла в Publix померить свое давление здесь. Так. Не надо мне азагенкес. Так. Скип. 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 07 1977. Окей. Ну вот, 139 уже как-то ближе, но все равно высоковато. И вот я померила дома 121,68. Вот это мое давление. Откуда они взяли 160, я не знаю. Вот 114,64. Вот это всегда мое рабочее давление. 120 и 125 бывает, на 75, на 80 бывает иногда.